Всем привет! Сегодня мы рассмотрим кофемашину Vitec вот в таком исполнении. Начнем с емкости для воды. Она находится сзади. Можно не снимать, просто заливать воду. Есть максимальное значение. Можно снять, налить воду и затем установить. Шнур работает от розетки. Контейнер для молока легко открывается. Трубочка резиновая внутрь контейнера, металлическая наружу. Налили молоко, здесь тоже есть значение максимальное. Устанавливаем на место до щелчка. Этот рычаг помогает изменить направление струи молока в чашку в зависимости от высоты вашей чашки. Здесь написано очистка, латте и пена капучино. Тоже регулятор изменяет то, что вам надо. Латте это минимум пены. Если нам надо больше пены, поворачиваем сюда. То есть в капучино максимально пены, латте меньше пены. Можно установить средний для любого из этих напитков. И можно также на этом аппарате кофейном делать просто пенку молочную, как детки любят. Тоже регулятор направляем сюда. После того, как мы приготовили кофе, мы регулятор отправляем на позицию очистка и должны каждый раз после использования, ну лучше, необходимо, желательно, каждый раз после приготовления очистить нашу машину, чтобы она была чистая, так дольше нам прослужит, ну и естественно будет приятнее пить. И здесь есть два таких судочка, здесь внизу для остатков кофе, и здесь тоже они легко очищаются, моются, можно в машине посудомоечной, можно просто руками. Далее здесь кнопки, которые указывают, что мы можем приготовить. Если один раз нажимаем, здесь это экспрессо одинарный, два раза экспрессо двойной. Капучино одинарный, капучино двойной, точно так же один или два нажатия. И латте маленький, и латте большой, тоже 1-2. Если нажимаем эту кнопку, задерживаем долго, секунды 3-4, получаем пенку. Для детей, для какао, можно просто подогреть молоко. Здесь, когда мы задерживаем долго, 3-4 секунды, это мы производим очистку. Есть также в комплекте мерная ложечка, которая помогает нам насыпать кофе. Сам рожок, в который засыпается кофе. И к нему идет две насадки. На одинарную заливку кофе и на двойную. Устанавливается она очень просто. Здесь есть такой бугорок. Его мы просовываем сюда. И вот у нас уже не выпадает. Получается... Эта емкость. Когда нужно вынять ее, мы ищем этот кружочек, просто его наводим сюда на дырочку и вынимаем. Значит, установили емкость. Это мы взяли для двойного кофе. Насыпаем кофе сюда. И сзади такая есть у нас штучка, утрамбовываем кофе. Рожок устанавливается у нас так. Устанавливается вот так и поворачиваем его вперед ручкой, так тугенько затягиваем, прям максимально по возможности. Значит, рожок у нас установлен. Ставим чашку, поправляем носик, чтобы нам попадало в чашку молочко. Здесь выбираем, что мы хотим. Молоко мы залили. Выбираем здесь, что нам надо. Обязательно проверяем, чтобы была вода в наличии. И готовим наш напиток. Очень хорошая кофемашина. Нравится. Пользуемся каждый день. Простая в использовании, простая в очистке.
принципе, все просто делается, легко разобраться. Если хотите посмотреть, как на практике готовится латте и очищается кофемашина, смотрите следующее видео. Все, всем спасибо за внимание. Пока-пока.